Привет, друзья! Как добавить метки, временные метки на YouTube? Для чего они нужны, временные метки на YouTube? И как ими пользоваться? Вот вы видите, вот здесь, когда включается видео, здесь вот добавлены временные метки. Вы нажимаете вот здесь «Введение» и появляются метки. Сначала как пользоваться. Вот я перезагрузил видео. И вот на видео, которое создали временные метки, вот нажимаем здесь, и появляются временные метки. Это очень удобно, видите, вы можете выбрать сразу нужный момент и смотрите, прекрасно смотрите. Google поиск воспринимает это дружелюбно, и также ваши временные метки будут появляться со временем в поисковике, по временным видео будут по временным меткам. Во-первых, вы добавляете еще ключевые слова, ваше описание, вот так можете больше там, как их создавать. Создавать их очень просто, заходите в редактор, и я использую еще голосовой блокнот, чтобы не писать руками. И тут самое важное, первое слово. Когда зашли в редактор YouTube, вот тут есть настроечка, на видео шестеренка, нажимаете, выставляете скорость побольше и начинаете находить свои временные метки. Когда нашли, остановили и прям берете, копируете вот эти минуты. Только первое, сначала пишите введение 00, введение, либо же можете здесь включение, ну, на выбор, какое вам слово понравится. Отступаете и опять также копируете. Допустим, вот это 00, первую часть, и вставляем. Включаем звук и говорим нужные слова. Как создать временные метки? И тут впереди вставляем мы вот эти минуты, которые мы скопировали, нужные вам для видео, и вставляем. Чуть-чуть подвигаем, чтобы вот так выглядело, и все. Итак, следующие остальные метки. Как оптимизировать временными метками видео? Лишнее удаляем, если случайно попало. И так далее. Это понятно. Здесь может как 2 нуля поставить, как впереди, или 1 0, главное двоеточие, чтобы было посередине, и все. И когда люди будут искать видео, часто выдает видео именно с этими временными ветками. Почему? Потому что здесь созданы ключевые слова, и он подсовывает это видео. Почему очень важно оптимизировать, добавочно оптимизировать видео на YouTube именно временными метками. Также можно использовать обыкновенный Google переводчик для скорости, чтобы не печатать слова на клавиатуре. Также нажимаем микрофон и говорим слова. И потом только впереди ставим нужные вам цифры. Единственное, что в переводчике всегда первая буква идет маленьким. Не очень удобно, вам придется на клавиатуре ее менять. А также использовать голосовой блокнот, тоже надо отодвигать. И первое говорить слово, чтобы появилась первая буква большой. Ну, на этом все, ребят. Кому понравилось видео, оставляйте лайки, комментарии. Очень удобно, я ими пользуюсь и создаю для оптимизации видео своего на канале своем YouTube. Также и вам рекомендую этот использовать метод, тем более он очень быстрый. Добавлю еще раз, заходите сюда, выбираете скорость видео, оно будет так быстро говорить. Кто не знает, что это такое, покажу. Вот с такой скоростью, и подвигаете шкалу, выбираете свою временную метку. На этом все, друзья. Пока-пока.